Заканчивается зима, это была последняя неделя февраля. Подведем ее итоги. В студии Дмитрий Иванов. Здравствуйте. И вот что было главным по версии корреспондентов телеканала ОТС. Наручники давай сюда. Якобы правительство области собирается взимать плату за нахождение в городских лесах, ну и прочие выдумки и фейки. А сейчас дековидизация. Вокруг никого, кроме врачей, аппараты молчат. Но это ненадолго. Уже через неделю больница заработает в штатном сердечном профиле. Правда, чтобы обеспечить подачу воздуха, придется приложить физические усилия. Заряд автомобиля происходит примерно за 30 минут. Быстрее, чем мобильный телефон. Но уникальность новосибирской разработки в том, что эту систему можно встроить в существующую инфраструктуру городского электротранспорта. Бывало, из лавочек лавочки переворачивали. То есть, бывало, из шапок делали. Когда вот шапку возьмешь, положишь к ворота. То есть, ну что найдешь, и с тобой делали. А какой невиданный рост и размах богатырский мы чувствуем в городе нашем сейчас. Недаром он, названный Новосибирском, стал символом Новой Сибири для нас. Редкий архивный фильм о Новосибирске, снятый в конце 50-х, 60 с лишним лет назад, в конце этой программы, а сначала о важном решении на сессии областного парламента. Во втором чтении депутаты приняли закон об особо охраняемых природных территориях. Это позволит уберечь парки и пригородные леса Новосибирска от ненужной застройки. Против ни одного проекта законов мы не наблюдали такого противодействия. Мы видели, какая была развернута информационная кампания, какие самые невероятные контрдоводы приводились, что якобы это делается для того, чтобы запретить доступ на территорию, что якобы правительство области собирается взимать плату за нахождение в городских лесах, ну и прочие выдумки и фейки. Еще раз напомню, что этот закон призван защитить зеленые зоны от точечной застройки и вырубки не только в границах Новосибирска, но и в целом по области. В частности, расширен список видов особо охраняемых природных территорий регионального значения и введено новое определение – лесные парки. Проект закона также включает порядок создания таких территорий, ограничения, вводимые для пользователей, и, конечно, режим охраны. В перспективе главы муниципальных образований смогут обращаться в правительство региона с предложением присвоить особый статус территориям, нуждающимся в защите. А вот со статусом и ситуацией вокруг земельного участка на улице Демакова в Новосибирске, в Новосибирском академгородке, будет разбираться областной прокурор. Депутаты обратились к нему, чтобы узнать, насколько законна была продажа в декабре прошлого года земельного участка в Советском районе конкретному покупателю без проведения публичных торгов. Вопрос резонансный, мы уже сегодня говорили. И обращение, Панферов сегодня, Андрей Ильич, правильно сказал, что у нас есть вопрос, что прокуратура просто оценила. И, так сказать, хотя я уверен, что, скорее всего, уже этот процесс идет. Я думаю, что сегодня депутаты просто... За каждым стоят избиратели, за каждым стоят люди. И они выразили интересы большинства своих избирателей в том, чтобы просто разобраться в этом вопросе. Городская клиническая больница номер 25 возвращается к работе по обычному профилю. Вот как выглядела реанимация больницы осенью прошлого года. В круглосуточном режиме там спасали людей, работали аппараты ИВЛ. А сейчас эпидемиологическая обстановка уже не такая сложная, как раньше. И, соответственно, в реанимации 25-й больницы готовится принять пациентов не с инфекционными, а сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сюжет Александра Шпака. В бытность ковид-госпиталя все койки в реанимационном отделении были заняты. А сейчас дековидизация. Вокруг никого, кроме врачей, аппараты молчат. Но это ненадолго. Уже через неделю больница заработает в штатном сердечном профиле. Первый и второй этаж больницы находились в красной зоне. Сегодня тут уже безопасно. После обильных обработок весь корпус блестит как новый. Впрочем, его и вправду обновили. Параллельно с нашей работой в инфекционном статусе был проведен капитальный ремонт приемного отделения. Кроме косметических изменений, произошло и множество технических. Во-первых, благодаря нацпроектам. А во-вторых, за счет того, что больница работала как госпиталь. А для госпиталя была необходима особая аппаратура.
То есть дооснастили систему, поставили вакуум, систему воздуха, кислород был. Новые мониторы, кардиомониторы пришли, дооснастили новыми функциональными кроватями. Так пандемия создала новые возможности. Госпиталь ликвидировали, а оборудование осталось. Ему и без ковида найдут применение в лечении профильных кардиологических и неврологических заболеваний. А что касается самих врачей, они тоже, как и больница, немного обновились. Люди приобрели опыт, решимость, навыки, умения. Это стали настоящие профессионалы, которые теперь на голову выше, чем раньше. Так что в случае третьей волны COVID-19 не подведут. Однако будем надеяться, что кардиологи будут лечить сердца, а неврологи – нервы, без госпиталей и красных зон. Александр Шпак, Андрей Дулепов. Итоги недели. 7,5 часов у операционного стола провели хирурги новосибирского НИИТО. Спасали 17-летнюю девушку, у которой произошло максимальное смещение позвонков. Патология редкая. Это не только нарушение подвижности, но и сбой в работе других органов. Пациентка могла перестать ходить в любой момент из-за заболевания, если бы во время операции что-то пошло не так. Сюжет автора программы «По здоровью» на телеканале УТС Натальи Цопиной. Что может стать причиной заболевания, точно не знают ни врачи, ни ученые. В случае с Ксенией предполагают, что аномальный позвонок был с рождения. Могли повлиять и физические нагрузки. 3 года назад появились первые симптомы. Деформация позвоночника была видна визуально. Не только с эстетической точки зрения, но еще она мешалась, болела. Диагноз – спондилоптоз. Смещение позвонков максимальное. Боковая проекция, пояснично-крестцовый отдел. Видно, как расположен 5-й поясничный позвонок относительно крестца. То есть он должен располагаться вдоль одной линии, и позвонки должны лежать друг на друге. Вот. А у девушки такая врожденная патология, при которой поясничный отдел позвоночника, особенно 5-й позвонок, смещается кпереди. Травматолог-ортопед Василий Суздалов объясняет, возможно, несколько вариантов лечения. Один – зафиксировать смещенный позвонок там, где он уже находится. Это хирургическое вмешательство считается более щадящим, однако деформация остается. Есть риск повторных операций. Второй вариант – вправить смещенный позвонок на место. В этом случае риски осложнений выше, реабилитация тяжелей. Но можно добиться максимально физиологического положения органов и исключить повтор заболевания. Мы во время операции используем специальное оборудование, которое позволяет мониторить функцию спинного мозга. И это для нас является определенным ограничивающим фактором. То есть мы видим, можем контролировать процесс исправления деформации позвоночника и состояние функции спинного мозга во время оперативного вмешательства. О рисках предупредили. Родители и пациентка сделали выбор в пользу радикальной операции. Во время вмешательства все показатели были в норме. Врачам удалось восстановить ось позвоночника и закрепить при помощи специальной конструкции. Сегодня Ксения ходит медленно и аккуратно. Полностью выпрямить ногу пока не может. Но это явление ожидаемое и временное, говорят врачи. На операцию увеличили высоту позвоночника. И мышца, которая сгибает бедро, она очень сильно натянулась. И чтобы ее выпрямить, бедро, чтобы нога прямо стояла, ей необходимо время, примерно на это где-то 1-2 месяца уходит, чтобы мышца привыкла к новым условиям. Здесь опять же тот же самый пояснично-крестцовый отдел после операции. Полностью восстановлен контур пояснично-крестцового отдела позвоночника. Вот этот проблемный позвонок, который был опущен вперед, он сейчас находится в нормальном положении анатомическом. Хотелось бы, чтобы это была ее последняя операция, единственная и последняя операция. За 12 лет в новосибирском НИИТО выполнили 20 таких операций. Патология редкая, хирургия эксклюзивная. Однако, подчеркивают медики, можно было сделать менее радикальное вмешательство, если бы заболевание выявили раньше, во время диспансерного осмотра. Если бы она пришла к нам 2 года назад, это было бы намного все менее травматично. Потому что данная патология, как правило, возникает у пациентов в период второго гормонального всплеска. Это 12-15 лет. Вот в этот самый момент, период жизни, позвонок начинает максимально смещаться. Почему так происходит? Пока у науки нет ответа на этот вопрос. Зато у врачей есть ответ, как исправить. В случае с Ксенией медики рассчитывают, что через 1,5 года пациентка полностью вернется к обычной жизни. В НИИТО для этого сделали все возможное. Наталья Цопина, Сергей Жданов. Итоги недели.
И еще один сюжет на медицинскую тему. Правда, здесь оказывают помощь животному, но история от этого не менее трогательная. Кот Фрэнки остался без носа. Волонтеры нашли его на территории Республики Чечня. Возможно, кот пострадал из-за встречи с крысой. Спасти Фрэнки могла далеко не каждая клиника, а новосибирские ветеринары решили, что помогут. Хватит у них на это и желания, и умения. Подробнее Екатерина Стывко. Мяу! Да, мяу. Иди на ручки. Привет, привет, мой хороший. Кот Фрэнки громко мурчит, когда его берут на руки. К людям добродушен, несмотря на то, что всю жизнь провел на улице. Травмы животного видно невооруженным глазом. Нет носа и верхней челюсти. Из Грозного в Новосибирск Фрэнки доставили на самолете. Он капризничал очень сильно после перелета. Чувствовал себя не очень хорошо, потому что длительный перелет, плюс в этот день не была обработана рана. И ему было тяжело дышать, он очень шумно дышал, когда я его везла из аэропорта. В Чечне кота нашли местные волонтеры. Решили, что Фрэнки пострадал из-за встречи с крысой. Но помочь ничем не смогли. Теперь за животным следят сибирские ветеринары. Говорят, самое сложное – покормить. Ест кот с аппетитом, но после каждого приема пищи необходимо промывать раны. Вот так. Ну это здорово, зато все чисто. Сейчас кота тщательно обследуют, прописали ему курс антибиотиков и сделали КТ. Вердикт врачей – травма не механическая. Ну, описание того, что есть моменты, что более как расположено, как идет деформация костей, есть деформация нёба, предполагается злокачественный какой-то момент, либо онкологический момент. Вероятнее всего, кости разрушают опухоль, и причем давно. Но точно диагноз ветеринары смогут поставить после гистологического анализа. Результаты биопсии придут через несколько недель, и тогда ветеринары смогут начать полноценное и профильное лечение. Ну а обратно в Чечню Фрэнки уже не поедет. После выписки он будет жить на базе реабилитации животных. Впереди у Фрэнки непростой путь. Если это все-таки рак, ему назначат химио или лучевую терапию. Позже будут вживлять протез. Лечение кота обходится волонтерам дорого. Уже потратили больше 30 тысяч рублей. Итоговую сумму ветеринары пока назвать просто не могут. Координаты кураторов указаны на экране. Екатерина Стывко, Антон Мамаев. Итоги недели. Мы стараемся реагировать на просьбы телезрителей, фиксируем все ваши звонки по номеру 238-10. Выезжаем на место событий, пытаемся услышать все стороны конфликта. В редакцию новостей ОТС обратились бывшие работники жилищно-эксплуатационного управления номер один. Это подведомственная организация, управляющая компанией жилищного хозяйства Октябрьского района Новосибирска. И рассказали о многом. И о постоянных нарушениях в содержании жилого фонда, трудового законодательства и о хамском отношении руководства к своим подчиненным. Наш корреспондент Станислав Блинов узнал точку зрения и бывшего начальника, обратившихся к нам людей. И вот какая получается история. 10 тысяч я просто ходила неделю и выпрашивала. Денис Александрович, дайте денег. Анна Ломоносова в недавнем прошлом диспетчер ЖУ номер один. Работать устроилась в ноябре прошлого года. Уже через несколько месяцев пришлось написать заявление на увольнение. Просто сказал, что он не будет платить. Я в открытую задала ему вопрос. Он улыбнулся и сказал, как было, так и есть. Люди звонят, да, спрашивают, когда придут слесаря. Почему я, работая за диспетчера, должна людей обманывать? Что к ним сегодня придет слесарь и устранит, а мне некому приходить. ЖУ номер один обслуживает 56 домов в Октябрьском районе Новосибирска. Бывшие сотрудники рассказывают, в каждом множество нарушений. Числа до 20-го, когда начались холода, у нас опустилась температура до 17 градусов. На первом этаже вообще было 11. И сколько звонили, у нас в одном подъезде только 14 детей. Ходила я сама в ЖУ, ничего не делается. Причина – большая текучка кадров. Вновь принятые работники в ЖУ номер один надолго не задерживаются. Из постоянных только руководство и бухгалтерия. 30 числа расчетного месяца аванс, а 15 числа за расчетным месяцем зарплата. Он сказал, что договоры неправильные, как хочу, так и плачу. Слесарь пришел, три дня отработал, ушел. Потому что пишут в объявлении зарплата 30 тысяч, а на самом деле она там 20 тысяч. И ты ее еще месяцами будешь ждать. Люди жалуются, тем, кто все-таки трудится, постоянные переработки не оплачивают. И даже некоторые дни из стабеля вычеркивают. На вопрос о зарплате ответ один. Сказал, собирай свои шматье и валец. Непонятно, за что, но что-то есть. Мы вчера только получили расчет. Без компенсации, без да ничего. Да не расчет, просто. Это непонятно. Что... Ну, там даже непонятно, полностью, не полностью выплачены деньги. Мы не знаем, нам эту информацию не предоставляют.
Директора ЖЭУ номер один Дениса Александровича Чуба журналисты УТС нашли на одном из объектов. Он утверждает, зарплату выплачивали вовремя. Окончательный расчет с бывшими сотрудниками произведен. Если они месяц отрабатывают, то на следующий месяц должны получать заработную плату по закрытию акций. Все, они получали как положено. А работать не работали. Они не сказали вам, что они 3 недели пьянствовали и не ходили на работу. Они сами сбежали, прибежали, меня не было на работе. Быстренько заявление написали. Сейчас бывшие работники ЖЭУ номер один ждут ответа на заявление в трудовую инспекцию и готовят еще одно обращение. На этот раз в прокуратуру. Станислав Блинов, Андрей Дулепов. Итоги недели. К нам обратились жители новостройки на улице Немировича Данченко в Новосибирске. Действительно, казалось бы, новостройка, современные высотки, такой благоустроенный европейский уголок на сибирских просторах. Это внешне. А на самом деле внутри, в квартирах грибок, жара и запахи в подъездах, частые поломки входных дверей и так далее. Во всем этом убедился автор программы «Территория тепла» на телеканале УТС Александр Попов. И вот его сюжет. Как на взлетной полосе, такие звуки тебя встречают уже на входе в новостройку. 150-й дом на улице Немировича Данченко. А это пол на 9-м этаже. К звукам добавляются еще и запахи. О новых арендаторах жильцы узнают, просто выходя из квартиры. Пивной магазин, салон красоты ощущается на всех этажах. Они рыбу коптят, очень сильный запах. А не так давно, буквально в январе, подходя к своей квартире, я почувствовала запах ацетона, краски, химический, очень едкий. Я ношу контактные линзы, глаза реагируют мгновенно. Плюс жара в подъездах из-за разводки отопления под полом. В квартирах, видимо, по этой же причине уже появилась сырость на стенах и плесень. Обои вот уже пошли черной плесенью. Грибок появился. Лохматая плесень. Вон она пошла. В управляющей компании пока разводят руками. Наверное, что-то нужно сделать, но что будем думать? По идее, мы можем вот этот коллекторный узел, который распределяет, мы можем его как-то дополнительно изолировать, но тогда, получается, прибор учета будет работать под большей нагрузкой, они, наверное, будут меньше служить. Головная боль для застройщика ИУК – также автоматическая система вентиляции. Запахи здесь не самое страшное. Проверка МЧС показала, что в случае пожара можно столкнуться с проблемой посерьезней. У нас была проверка работы данной системы, и люди не могли просто выйти из своих жилых помещений, потому что произошел подпор воздухом входных дверей жилых помещений снаружи, со стороны подъезда. И подростки, женщины не могли, используя свою силу, открыть дверь наружу. Застройщик сейчас инициировал рабочую группу. Пригласил специалистов, вентиляционщиков, по пожарным системам специалистов, проектировщиков. И вот они ищут как раз выход, который позволит добавить автоматизацию в существующую систему. А вот еще один проблемный конструктив дома – сквозная входная зона. Для Сибири с ее ветрами, скажем мягко, не очень подходящее решение. То есть эта дверь за счет своего стекла дает ощущение безопасности, то есть в момент, когда вы ночью или днем заходите в дом, вы видите, что там за дверью никто не стоит, не ожидает. У нас сейчас закрыты все двери, да? Мы слышим гудение. Это нормально? Да, это нормально. Дом стоит по розе ветров. У жильцов иное мнение. Стоит открыть хотя бы 2 из 6 дверей одновременно, и полотно деформируется. В последнее время практически раз в неделю одна из дверей выходит из строя, иногда вот сразу обе. То есть не работают замки, и получается, подъезд становится проходным. Кто угодно может зайти и все что угодно сделать. Сейчас жильцы боятся затягивания исправления строительных ноу-хау. Пока дом на гарантии, все это обязан делать застройщик. В разговоре с нашей съемочной группой представитель компании «Брусника» взял паузу до конца августа, чтобы адаптировать продвинутые европейские решения к новосибирским реалиям. А мы будем следить за развитием событий. Александр Попов, Тарас Тарасов. Итоги недели. Правительство отложило начало обязательной фотофиксации техосмотра до 1 октября. Напомню, уже со следующего понедельника эта процедура должна была проходить по новым правилам, среди которых обязательная фотосъемка и выдача электронных диагностических карт. Однако далеко не все пункты техосмотра в стране готовы к таким нововведениям, а значит, уже в первые дни весны могли возникнуть большие очереди, ведь без карты нельзя получить и страховку. Поэтому премьер-министр на неделе заявил о переносе сроков реформы.
А надо ли будет проходить техосмотр электромобилем? Наверное. Уже через несколько лет эксперты предрекают лавинообразный рост этого транспорта на дорогах. А значит, уже сейчас нужно задуматься о создании необходимой инфраструктуры. На неделе новосибирские ученые представили опытный образец зарядной станции быстрой зарядки. Что это значит и в чем преимущество такой разработки, расскажет Станислав Блинов. Зарядная станция новосибирских ученых сделана под японский стандарт самых распространенных электромобилей. По кабелю автомобиль и зарядная станция обмениваются всей необходимой информацией о емкости аккумулятора и о параметрах напряжения. Заряд автомобиля происходит примерно за 30 минут. Быстрее, чем мобильный телефон. Но уникальность новосибирской разработки в том, что эту систему можно встроить в существующую инфраструктуру городского электротранспорта. Количество единиц подвижного состава городского электротранспорта сократилось в последние годы. Из-за этого образовался резерв мощностей, который и предлагают использовать ученые НГТУ. Новая станция может работать и от источника переменного тока напряжением 380 вольт, и от городской системы постоянного тока напряжением 600 вольт. Вы поставили электромобильную зарядку, пошли с семьей там где-то, занимаетесь шопингом, пришли, у вас электромобиль зарядился, вы совместили полезное с приятным. Разработку вели на средства двухгодичного гранта, выделенного правительством Новосибирской области. Опытный образец ученые собрали за год и три месяца. Устройство, о котором сегодня ведется речь, будет внедрено в нашем регионе. Как раз создаст лидерство для региона в продвижении таких уникальных зарядных устройств на рынок с высоким рыночным потенциалом. Опытную станцию изготовили на базе новосибирского предприятия. Стоимость в два раза ниже зарубежных аналогов. Серийный образец обещают уже через 6 месяцев. Производственные мощности позволяют выпускать порядка 200 зарядных станций в год. Здесь сделали попросторнее для того, чтобы можно было добавить в случае чего еще оборудование. А промышленный образец, конечно, будет тот, который пойдет в серию, конечно, будет меньше. Технология запатентована. Начать производство готовы хоть завтра. Но перед тем, как запускать новое оборудование в серию, создателям предстоит пройти процедуру сертификации. Станислав Блинов, Константин Менин. Итоги недели. О науке и об условиях, в которых работают ученые, в пятницу говорили на самом высоком уровне. В Новосибирск приезжал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. И программу визита министр начал, разумеется, с Академгородка. Сюжет Андрея Баева. В зале Дома ученых руководители научных исследовательских институтов, библиотек и лабораторий со всей Сибири. Основной вопрос – новая система оплаты труда российских ученых. Я еще раз подчеркну, коллеги, это принципиально важный разговор, потому что, исходя из того, как мы сейчас консолидируем мнение с мест, мне легче будет отстаивать, в том числе, позиции такой большой сферы, очень важной, как наука и высшее образование. По указу президента научные сотрудники должны получать зарплату 200 и более процентов от прожиточного минимума в конкретном регионе. Предложение, как добиться такого результата, и собирает министр науки и высшего образования России. Все, кто занимается наукой от аспиранта и младшего сотрудника до директора института и академика, должны получать зарплату, соизмеримую их вкладу в науку. При этом в исследовательской деятельности изначально необходимо установить такие оклады, которые не позволят терять молодые кадры. В каждом учреждении, да и в каждой отрасли должна быть выстроена так система оплаты труда, чтобы она мотивировала к развитию. То есть те сотрудники, которые более квалифицированы, которые дают большую отдачу, конечно же, они должны получать больше, чем, может быть, кто-то из их коллег. С одной стороны. С другой стороны, конечно же, вот это прямой посыл от президента, нужно определить какой-то входной порог, то есть ту минимальную заработную плату, на которую могут рассчитывать будущие молодые ребята, которые стремятся в ту или иную профессию. После откровенного разговора с руководителями научных организаций, встречи с их подчиненными, в беседе с молодыми учеными институтов и лабораторий СУРАН вновь возникает не только вопрос об оплате труда, но и много других тем. Жилье, грантовая поддержка, финансирование уникальных проектов. Что будет дальше? Насколько нам планировать свою жизнь в науке дальше? Федеральный министр и губернатор подтвердили, проект лаборатории молодых ученых будет продолжен, как и работа над новой программой приобретения жилья. Андрей Баев, Сергей Жданов. Итоги недели. В преддверии Всемирного дня гражданской обороны, который традиционно отмечается в первый день весны, 1 марта, новосибирские спасатели показали, как устроены убежища, предназначенные для укрытия людей в экстремальных ситуациях.
Рядовому горожанину там без веской причины, наверное, не побывать, да и не нужно. А узнать, как все устроено, интересно. В этом нам поможет наш корреспондент Леонид Лишенко. За массивными герметичными дверями настоящий подземный бункер. Подобные сооружения в народе принято называть бомбоубежищами. Однако, по словам специалистов, это наименование давно устарело. Опасность сейчас несут не только авиаудары, но и боевые действия с применением различных видов оружия, в том числе и массового поражения, а также техногенные катастрофы, химическое или бактериологическое заражение местности, масштабные стихийные бедствия. В МЧС сегодня готовы к любому сценарию развития событий. В случае возникновения чрезвычайной ситуации мирного военного времени, как правило, население эвакуируется из зон возможных опасностей в безопасные районы. Но в случае, если эвакуация невозможна или нецелесообразна, предусмотрена защита населения в защитных сооружениях гражданской обороны. Подобные убежища наиболее надежные и крепкие. В основном они предназначены для сотрудников предприятий и служб, имеющих жизненно важное значение, чтобы мегаполис в случае ЧС не остался парализованным. Этот объект расположен на станции «Новосибирск-главный». Здесь под метровой толщей сверхпрочного бетона могут укрыться 200 железнодорожников. Внутри все продумано до мелочей. Скажем, воздух сюда может подаваться как напрямую с улицы, так и через систему очистки. По желтым трубам воздух извне подается сразу на фильтры. По прохождении фильтров он подается в защитное сооружение. То есть воздух предварительно очищается. В целом система жизнеобеспечения в убежище устроена так, чтобы при любом техническом сбое люди оставались в безопасности. Даже при полном отсутствии электроэнергии система вентиляции может функционировать. В подобной ситуации используется фильтр с ручным приводом. Правда, чтобы обеспечить подачу воздуха, в данном случае придется приложить физические усилия. В подземелье предусмотрены запасы воды и продовольствия. Связь с внешним миром осуществляется по проводному телефону, так как бетон плохо пропускает радиоволны. Конечно, разместиться с комфортом здесь вряд ли получится. Впрочем, само сооружение рассчитано максимум на 2 дня пребывания людей, чтобы переждать первый удар. К слову, в мирное время объект также активно используется РЖД. Защитное сооружение в мирное время оборудовано под класс гражданской обороны для проведения практических и теоретических занятий. Существует проектор, показываем фильмы, читаем лекции. Остается надеяться, что такие объекты будут и дальше востребованы исключительно для проведения занятий и учений. Леонид Лишенко, Константин Менин. Для итогов недели. И резонансная история, за которой всю неделю следят корреспонденты программы «Экстренный вызов». Авиадепоширов в последнее время стало меньше, по крайней мере, громких случаев не встречалось. Но вот опять Новосибирск, Толмачево, самолет и знакомый сценарий. Нетрезвое состояние, драка с пассажирами, нападение на полицейских, снятие с рейса, задержка вылета в Москву. Подробнее Елена Лыкова. Причиной переполоха на борту воздушного судна и источником плохого настроения пассажиров авиарейса Новосибирск-Москва стали 2 агрессивных человека. Находясь в салоне самолета, мужчины явно провоцировали конфликт. Экипаж принял решение отменить взлет и вызвал транспортную полицию. Сейчас, не надо материться. Иди, материться не надо. Какой вообще? Где ваш? Правда, утихомирить Буянов удалось далеко не сразу. Даже когда были надеты наручники, новосибирцы продолжали сопротивляться. Метасвидетельствование установило в крови дебоширов алкоголь, хотя врачи отметили легкую степень опьянения задержанных. В любом случае, трезветь приятелям пришлось уже в суде, когда решался вопрос об административном наказании за хулиганство. И это помимо уголовного преследования. Возбуждены уголовные дела в отношении 2 местных жителей по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников полиции. В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Следовательно, Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Елена Лыкова. Итоги недели.
Удивительно, что эти авиадебоширы, которые напугали детей, подрались с пассажирами полиции, задержали рейс Новосибирск-Москва, пока остаются на свободе. Суд решил, что они осознали степень содеянного, дали явку с повинной и не станут сбегать от правоохранителей. Но председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим сотрудникам обжаловать это постановление суда. И апелляция на следующей неделе будет рассмотрена в Новосибирском областном суде. И приговор сотрудницы почтового отделения прозвучал на неделе в Первомайском районном суде Новосибирска. Она похитила деньги. Да какие? Те, что предназначались для выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Сюжет Марии Никитиной. В историю о пособиях, которые загадочным образом испарились по пути от почты до домов пенсионеров, прокуратуре пришлось вмешаться минувшей весной. Пожилая жительница Первомайки впервые за много лет не дождалась выплат. Возмущенная старушка решила выяснить, куда подевались положенные ей 50 тысяч рублей, и обратилась в надзорное ведомство. Люди в погонах провели проверку и пришли к выводу – деньги взяла работница почты. Приехала в поручение, которое необходимо было подписывать пенсионерам при получении данного пособия, подделала подпись от имени лица, после чего присвоила указанные денежные средства. Оказалось, бдительная бабушка далеко не единственная пострадавшая в этой криминальной истории. Женщина-почтальон полностью признала свою вину. Работу Оксана Лихолад все же потеряла, но осталась на свободе. В суде установлено, что с апреля по май 2020 года Лихолад, работая почтальоном, присвоила веренные ей денежные средства, предназначенные для пенсии и иных социальных выплат, в том числе связанных с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Всего Лихолад похитила у 6 пенсионеров денежные средства на сумму свыше 200 тысяч рублей. Предприимчивая почтальонша отделалась условным сроком – 3 года лишения свободы. Но вернуть украденные деньги ей все же пришлось. В ходе предварительного следствия представители Почты России выплатили потерпевшим похищенные пособия. А Лихолад предъявили иск на сумму причиненного ущерба. Фемида требования оператора связи полностью удовлетворила. Впрочем, судебная эпопея на этом не закончилась. Вороватой сотруднице инкриминируют еще несколько эпизодов присвоения пенсии по второму уголовному делу. Мария Никитина, Александр Егоров. Итоги недели. Хоккейная Сибирь в последних матчах вдруг заиграла так, как не играла почти весь сезон. Результативные победы на выезде, раскованная игра, наверное, потому что спортивной задачи уже нет, она не выполнена, груз ответственности не лежит. А мастерство, вот оно, гол Александра Шарова Спартаку на последних секундах овертайма тому подтверждение. Здорово, как Шаров прошел. И что, забил? Судя по всему, да. Сибирь за 7,5 секунд до конца овертайма одерживает победу. И как тут не отметить Шарова? Шикарнейший сольный проход. И команда Николая Заварухина, ну что называется, дотерпела. А наша съемочная группа Александр Шарудило и Тарас Тарасов на неделе вернулись из Москвы, где наблюдали за соревнованиями сильнейших любительских команд страны, в том числе и новосибирской команды, на всероссийском турнире под названием «Шлемы Краги». Матчи проводятся в необычном формате. Посмотреть на них пришли и звезды хоккея Павел Буре, Вадим Шипачев. Они тоже будут в нашем сюжете. Игры на турнире «Шлемы Краги» лишь отдаленно напоминают привычный хоккей. На самом деле, говорят организаторы, это отдельный вид спорта со своими особенностями. Ключевое правило – отсутствие вратарей. При этом полевым игрокам нельзя заблаговременно перекрывать створ ворот. Защищаться нужно непосредственно по игрокам соперника. Запрещены броски со своей половины площадки, подкидки шайбы выше колена и силовые приемы. Главная особенность этого вида спорта – это невероятный темп игры. Хоккеисты за полчаса, которые длится матч, успевают выложить все силы. Тем более, что в заявке команды только 6 человек, 2 запасных и 4 одновременно находятся на площадке. Ну а самое сложное – это забросить шайбу вот в эти ворота, которые представляют собой покрышки, в которых прорезаны 2 небольших отверстия, в которые и нужно забивать голы. Турнир в этом сезоне отмечает первый юбилей. За 5 лет соревнования разрослись, и этой зимой в отборе участие приняло уже больше 200 коллективов по всей России. В финал отобралось 10 лучших команд. Приезжают ребята, такие же бывшие игроки, пообщаться, встретиться. Это массовое мероприятие, которое поднимает настроение очень сильно. То есть и народ серьезно готовится к этому, очень интересно. Посоревноваться, еще вспомнить, что ты мог играть в хоккей. Да, немножко по-другому, но все равно интересно и классно.
Новосибирская команда «Перевар» участвует в соревнованиях все 5 лет. Уверенно прошла региональный отбор и в нынешнем сезоне, опередив 32 коллектива из Новосибирской области. Однако выступление в финале не задалось. Сибиряки попали в группу к чемпионам прошлых лет – Московской «Бутырке» и Липецкому «Метеору». Проиграв дважды, команда потеряла шансы на выход из группы. Не хватило сыгранности, ведь состав сибиряков изменился прямо перед финалом. У кого-то семейные обстоятельства, у кого-то какие-то еще личные. 3 человека не смогли выехать. Вот, я уже был здесь, еще 2 с опозданием на самолет. Ну хорошо, что самолет сам опоздал, задержался, и они успели прилететь. Все. И команда была немного не сыгранная. В турнире участвует немало бывших или даже действующих профессиональных хоккеистов. Так, лучший снайпер новосибирского коллектива Кирилл Полянский, воспитанник «Авангарда» и призер Универсиады 2013 года. Неудивительно, что в гости на финал заглянули и звезды московского «Динамо». Прикольный стадион, мне понравилось. Хотелось бы посмотреть, как ребята сейчас играют, потому что погода хорошая, немножко небольшой морозец. Мне кажется, для хоккея на открытом воздухе это, ну, классно. И я думаю, ребята получают удовольствие, находясь здесь и играя друг с другом. Оценил формат турнира и Павел Буре. Легендарный хоккеист произвел символическое вбрасывание и даже комментировал полуфинальный матч для трансляции. Приятно видеть, что это как бы возродили. И вот сейчас проводятся уже такие, можно сказать, профессиональные соревнования, где идут такие игры, как бы дворовые, где 3-3 без вратаря. Вот мы так, в принципе, в детстве играли. А из чего ворота делали? Еще попало. Бывало из ящиков таких, которые в овощных магазинах, там, я не знаю, из-под картошки или еще из-под чего-то. Бывало из лавочек, лавочки переворачивали. Победу в решающем матче в битве с «Метеором» 2-й год подряд одержала московская «Бутырка». Пока никому не удается вмешаться в борьбу чемпионских команд. Новосибирцы намерены сделать это следующей зимой, уже в боевом составе. Александр Шарудило, Тарас Тарасов. Итоги недели. Теперь о культуре. В Первом театре поставили спектакль с необычным названием «Меня удочерила горилла» по одноименной книге шведской писательницы Фриды Нильсен. Проект поддержал фонд президентских грантов. Первые показы были бесплатными, но на следующие спектакли публика уже раскупает билеты. Достаточно активно, говорит наш корреспондент Алексей Кудинов. Что же любопытно в этом спектакле, кроме названия? Фрида Нильсен считается восходящей звездой европейской литературы. В ее багаже уже есть несколько престижных наград, в том числе премия имени другой шведской писательницы Астрид Линдгрен. Книги Нильсен издаются в России, но современной детской литературой интересуются у нас далеко не все родители. Проводником в этот мир для новосибирцев стал проект «Детки и предки», в рамках которого в театрах делают спектакли по современным авторам. У нас есть список рекомендованных произведений постановки. Почему именно эти? Потому что это не «Золушка», это не «Кот в сапогах», это не те произведения, в которые дети приходят покричать, поорать и потыкать пальцем. Это произведения для, это и для взрослой аудитории произведения, и для детей, которые могут не просто смотреть, приходить потребительски в театр, но и что-то делать, какие-то выводы. Этот спектакль сделан режиссер Анна Морозова. Несколько лет назад она ставила в театре Афанасьева и «Красном факеле». Анна сама пишет музыку для своих спектаклей и старается даже совсем юной аудиторией говорить на серьезные темы. Стараюсь ставить детские спектакли, как будто я сама ребенок. Ну, то есть я пытаюсь сама не потерять вот эту какую-то веру, наивность. Не знаю, получилось у меня еще, ну или нет, может, я закостенела, но я себя прям пытаюсь сохранять детский взгляд в себе. В центре спектакля взаимоотношения девочки из приюта и ее новой мамы, гориллы. Обе героини не подарок. Дочка нелюдима, мама не очень образована и не обучена хорошим манерам. Но что поделаешь, жить приходится в далеко не тепличных условиях, воюя с местными чиновниками и строительной мафией. Спектакль учит принимать родителей такими, какие они есть. Ведь любовь и мир в семье редко появляются сами по себе. Над этим нужно работать. Алексей Кудинов, Александр Ведерников. Итоги недели. 95 лет назад, в феврале 1926-го, Новониколаевск переименован
в Новосибирск. Сначала еще через дефис «Сибирск» с большой буквы. Председателем Центрального исполнительного комитета Союза ССР Михаилом Калининым был подписан указ 12 февраля, а опубликован в «Известиях» 24 февраля и потом в собрании законов и распоряжений правительства 2 марта 26 года. Собственно, свершилось то, о чем разговоры начали ходить еще после революции. Вариантов было несколько. Смирновск в честь красного командира и первого председателя Совнаркома. Краснообск уже тогда был такой вариант. Потом еще десятки вариантов, из которых на Сибирском краевом съезде Советов был выбран Новосибирск. Сюжет Константина Клещина. Рассказов и толков о том, как Новониколаевск стал Новосибирском, может быть много в народном фольклоре. Но подлинную историю, как это случилось, можно узнать только здесь, в Новосибирском областном государственном архиве. Сменить название пытались с момента победы Октябрьской революции. Мол, на дворе советская власть, а город носит имя царя. Но достойный вариант нашли не сразу. Дискуссия разгорелась с новой силой в 1925 году. Тогда город стал столицей Сибирского края. Но точно пора имя менять. И здесь, в этой папочке, собраны письма трудящихся, где появляются самые разные названия, даже вот какие-то совершенно непонятные. Орев-Сиб. Ну, оно понятно, но все равно оно какое-то очень странное. Новый луч Сибири. Новоленинск, вот Итин предлагает. Совлавры. Сиблашевич. Дорогие сиблашевградцы! Сиплошарики, да? Впервые Новосибирск прозвучало в ноябре 25 года. Идею подкинул горный инженер Константин Тульчинский. Наиболее подошло бы наименование «Новосибирск», или, выражая полнее основную мысль о строительстве новой жизни в Сибири. Был такой момент, когда военный коммунизм уже кончился, а репрессии еще начались, и город жил очень даже свободно. Это был НЭП. В городе даже казино процветало. Пошли первые автобусы. И люди были очень активны. И они вот активно высказали свою позицию о новом названии города. От предложения о переименовании до утверждения нового названия города прошло 4 месяца. И главным здесь можно считать вот этот документ из Москвы. Решение вступило в силу 12 февраля 26 года. Но, кстати, еще до этого на официальных документах города уже пишут Новосибирск. Сибирякам пришлось по душе новое название. Правда, его автора ждала судьба незавидная. Его репрессировали. В нашем городе судьбой Тульчинского практически никто не занимался. Но его очень хорошо знают в Иркутске, где, собственно говоря, он и работал на строительстве Транссибирской магистрали. И там он вообще у них герой, там отслежена его биография очень хорошо. И они считают его именно своим иркутским инженером. И перетащить его сейчас в Новосибирск, надо. С одной стороны, надо, с другой стороны, как на это иркутяне посмотрят. И все-таки кое-какие недоразумения вокруг нового названия были. Дилемму обозначили железнодорожники, а именно как писать слово «Новосибирск», слитно либо через дефис. И первые годы был разнобой по ведомствам. Впрочем, потом все уладилось, а город на Оби, благодаря в том числе и красивому имени, стал известен на весь мир, возвестив новую жизнь в суровых краях. Город с невиданным ранее ростом населения, промышленного потенциала и науки за короткий срок. А еще транспорта. Новосибирск – единственный в Сибири, где есть метрополитен. Константин Клещин, Евгений Агеев. Итоги недели. А сейчас архивный фильм о городе Новосибирске и его окрестностях. Такие титры в начале. Это 1958 год. Несколько лет, как построен автомобильный мост через Обь. На дорогах автобусы, трамваи, но пока нет троллейбусов. Первые годы работы телецентра, а также театры, заводы, железнодорожный вокзал. В общем, Новосибирск 63 года назад. Пока еще не миллионный город, но уже многолюдный, строящийся, красивый, зеленый, как подчеркивается в конце этого фильма. Новосибирск, 1958 год. Смотрите прямо сейчас, а мы встретимся через неделю. Удачи! Город Новосибирск. Воротами города обычно считают вокзал. На всей огромной Транссибирской магистрали нет лучшего вокзала. Но все более серьезным конкурентом для железной дороги становится Ту-104, который может доставить вас сюда из Москвы всего за 4,5 часа. Вот он, Новосибирск. От роду ему немногим более полувека. А какой невиданный рост и размах богатырский мы чувствуем в городе нашем сейчас. Недаром он, названный Новосибирском, стал символом новой Сибири для нас.
раскинулся по берегам великой сибирской реки Оби. В левобережной части города сосредоточено большое количество промышленных предприятий. Сорок лет назад американский сенатор Шерман говорил, что Сибирь – это пастбище для скота. А теперь американцы сами называют Новосибирск Чикаго. За 40 лет промышленное производство в городе совершило невиданный скачок, увеличившись более чем в 900 раз. Гордостью новосибирцев является завод имени Ефремова, на котором среди других станков выпускаются и такие уникальные громады высотой более двухэтажного дома. После трудового дня как же хорошо повозиться у себя в саду. Участок у Димитровых всего 6 соток, но они собрали нынче с него 700 килограммов ягод и яблок. Растет город, увеличивается население. С 70 тысяч человек перед революцией оно приблизилось теперь вплотную к миллиону. С ростом населения развивается и городской транспорт. Есть здесь трамваи, автобусы, а к празднику Великого Октября побегут по улицам и троллейбусы. Разветвленная сеть разнообразных мастерских бытового обслуживания, ателье мод, магазинов. Недавно открылся еще один новый магазин, в котором всегда имеются свежие молочные продукты. Год от года увеличивается в Новосибирске количество кинотеатров, клубов. Вместе с новыми заводскими районами вырастают дворцы культуры. Всесоюзной известностью пользуется Новосибирский драматический театр «Красный факел». Разнообразен его репертуар. Спектакль «Кряжевы» создан театром в содружестве с местным драматургом Лаврентьевым. Посвящена пьеса теме становления сибирской рабочей семьи. События в спектакле развертывается в период с 1905 года до 30-х годов. Еще большей известностью пользуется Новосибирский театр оперы и балета. В этом зале, одном из самых вместительных в стране, около 2000 мест. В театре с успехом идут оперы русских и западных классиков, а также произведения, созданные в Новосибирске. Арию Ермака исполняет заслуженный артист республики Кирсанов. Какая тишина, уснула все кругом, одна душа моя мятежная не спит. На сцене театра нередко выступают гости из стран народной демократии. Традиционный танец с барабанами демонстрирует новосибирцам артисты ансамбля «Песни и пряски» китайской народной армии. Так давно в Новосибирске открылась телевизионная студия.
Правда, пока что площадка телецентра не благоустроена, но скоро она будет выглядеть вот так. Подобные макеты притворяются в жизнь на десятках строительных площадок города. Все более энергично ведется жилищное строительство. А вот недавно отстроенная больница. Вы можете увидеть здесь все, что есть нового в медицинской технике. На вооружении врачей имеется и кобальтовая пушка. Она применяется для лечения злокачественных опухолей. В городе около 400 школ. И тем не менее, строители, что ни год, сдают в эксплуатацию все новые школьные здания. А недавно ребята получили в свое распоряжение новую библиотеку. Если прошлое вспомнить снова, тракт московский, степную ширь, самым страшным, пожалуй, словом было имя твое Сибирь. Ни одного вуза не было в Новосибирске до революции. Теперь здесь и водный институт, и институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки, картографии, и строительный, и медицинский. До прошлого года было 11 высших учебных заведений. И вот открылась 12-я консерватория. Со всех концов страны съехала сюда одаренная молодежь. В консерватории есть факультеты фортепиано, вокала, скрипки, баяна. Классом вокала руководит народный артист республики Арканов. Выйдем снова на улицы города. Отличительная особенность его – обилие зелени. На улицах, в скверах, перед домами с первых дней весны и до поздней осени радует глаз цветы. Зеленый наряд заботливо оберегает и взрослые, и дети. Правильному уходу за растениями им есть где поучиться.